Привет, я Аня. Поговорим о том, как уговорить родителей на домашнего питомца. Сначала надо определиться, кого же мы хотим. Слоненка будет меня утром в школу возить, а я ее буду бананами кормить. Нет, давайте будем реалистами. Ну какой слоненок в квартире? Он сначала все бананы съест, потом на этаж ниже провалится. Давайте остановимся на котенке. Есть много способов. Надо попросить, но это не прокатит. Надо заполнить свою жизнь с котенком. Все с котенком. Ну, чтоб родители поняли. Надо спасти котенка. Только потом родители начнут сбегать. Самое лучшее – это подрасти и самим себе купить котенка. Только если дети будут не против. В следующем ролике я расскажу, как уговорить родителей, а отпусти на дискотеку. Всем пока!